Севастопольський мусон знявся з першості України у вищій лізі. Гравців розпустили, висловили сподівання на співпрацю у наступному сезоні. Один із лідерів мусона Володимир Гуртовий опинився у авангарді і розповів про те, чому знявся зі змагань його колишній клуб. Нам всі відмовились їхати. Всі переживали, що така от політична нестабільна ситуація, там воєнні дії розворачуються. Тобто у нас же ж пропаганда по телевізію яка була. Вот. И одна команда отказалась, вторая отказалась. То есть, а нашего президента интересовал баскетбол именно в Севастополе. То есть для популяризации у него много детских школ. Вот. А если не едут к нему люди, то где-то играть на нейтральной территории или на выезде ему было неинтересно. И он решил до конца сезона команду распустить. Там вообще было тихо вот до моего последнего дня отъезда. Я даже не знал, что проходят какие-то только из прессы военные действия, там захват этих частей. То есть все тихо, все спокойно. Народ жил своей жизнью. Единственное, что вот было там какие-то проблемы с банковской системой одно время. А потом все опять стабилизировалось. И то есть никакого там, такого, чтобы давление мне не ощущалось. Были предложения, что на следующий сезон, если все стабилизируется, будем уже рассматривать. Я позвонил Василевскому, спросил, предложил сам свою кандидатуру. Ну и оказалось, что здесь несколько человек покинули команду, то есть освободились места, и я оказался здесь. Если команда «Авангард» выйдет в Суперлигу, то я с удовольствием останусь в составе этой команды, если будет предложение, и опять-таки буду продолжать свою карьеру там. Ну, опять-таки, как говорится, пути Господни неисповедимы. Что будет даже вот в конце этого месяца, тяжело сказать.